Всем привет, я Скиф, это игра под названием Hand to Fate 2, игра, которая вышла уже пару лет как, но добрался я до нее только сейчас, благодаря бесплатной этой раздаче у эпиков, причем что я абсолютно рандомно туда зашел, смотрю Hand to Fate 2, и про нее мне не так давно, в общем-то, говорили на стримах, и до этого про нее писали, ну, возможно, про первую часть, тем не менее, вторая, почему бы и нет, тем более, что я уже поиграл, и выглядит и играется это все очень даже неплохо и интересно, поэтому давайте-ка продолжим. Я так понимаю, надо, наверное, загрузить игру. Я там самое-самое обучение осилил. Посмотрим дальше, как это все будет играться и во что это все может вылиться. Я там, конечно, уже по таблу поотгреб. У нас есть инвентарь, где у меня, соответственно, некое оружие. Есть два на выбор. Я уже меч солдата смог найти. И был на старте неухоженный меч, который, конечно, ни о чем. Деревянный стрёмный щит. Окей, некое одеяние искателя приключений. Тут можно почитать, какие, да, у него есть свойства. Еще что-то мы можем найти. Тут кольцо, шлем, судя по всему, там еще что-то. Но это будет, по всей видимости, позже. Есть расклад, то есть мы двигаемся, открываются некоторые события, что-то может происходить, драки, встречи, еще какие-нибудь там ивенты. Разные вещи происходят. Ну и у нас есть ХП, провизия и наши монетки, которые мы куда-то сможем, я думаю, потратить. Я там встретил, получается, компаньона, судя по всему, но он какой-то очень мутный. И нам надо сейчас получить золото за Вигнуса. Поэтому потопали. Топать я могу только сюда. Ну и пока я топаю, я заодно подкрепился. Вы принимаете участие в соревновании силачей. Победитель получит награду в виде золота. Окей. В первом туре соревнования... Ваш противник тщедушный Ролан. Низушек из бродячей трупы акробатов. Так, можем ли мы ухайдокать низушка? С моей удачей, наверное, вряд ли. Так, эти кости — еще одна малая игра, заключенная в нашей игре. Цель 10 выбросить, бросков 2, да? Ну, давай бросим. Ну да. Имба получается. Типа я уже по дефолту. А, не, я вот это могу. Я могу все перебросить. Потому что что-то какое-то максимальное говно. Уии! Давай, игра. Очень надо хороший результат. Ну, конечно, где я и где хороший результат. Кости справедливые, поэтому вы проиграли этот ход. Ну, то есть, как бы всрал. Вы шокированы силой Ролана. Вы понимаете, что не стоит недооценивать ни акробатов, ни низушков, ни мое невезение. Вы выбываете в первом же туре и не получаете ничего, кроме жалости окружающих. Ну, типикал. Прибыль золота, тем не менее, откуда-то. Вы получаете меньшую награду за проигрыш в соревновании. Когда вы вернетесь, начнется новое состязание. Так, а мы теперь можем выбрать дорогу, да? Туда или сюда пойти. Я тем более все равно не знаю, что нас там ждет. Поэтому гость сюда. Глубоководье. На каменном мосту вас застает врасплох шайка злодеев. Гниль. Вы можете остаться и сразиться с врагами, или, доверившись судьбе, броситься в реку. 11 выбросить, а 10 ты не смог. Го драться. Заодно посмотрим на бой. Здесь он несколько специфичен. Отчасти напоминает Бэтмена какого-нибудь. По механикам, то есть у нас есть блоки, у нас есть там пробитие защиты. Оу. Неприятные товарищи, больные. По-моему, это зомби. Такая степень болезни, по-моему, уже не лечится терафлюшкой. Первые же прикосновения скверны вызывают ужасные изменения в теле жертвы. Зараженные враги ослаблены и падают с ног при понижении здоровья. Используйте добивающий удар, пока они не оправились. Да к ним подходить-то стрёмно. Так, можно уклониться, можно блокать. Так, ещё бы неплохо. Тихо-тихо-тихо. Усиленный удар. Блокаем. Добить. Так, чтобы поворачиваться в сторону врага, было бы неплохо, да? Фу.
А, на Shift, блин, я на F пытался нажать. Воу, выпал пацан. Ну это лайтовые какие-то ребята. В глубоководе, да. Посреди луж вражеской крови вы пробуете найти что-нибудь полезное. Так, что-то нашли. Щит. Топор нам не нужен, щит бы мне получше. Щит с отражением. Требуется одноручное оружие, используется защита, чтобы отражение атаки от противников в дальний бой. Защита 10. В любом случае это зашибись, берем защиту. Деревянный щит у нас за 4 защиты. Экипировать. Безусловно. Так, пища притопала к нам. ХП маловато. Надо больше еды. И больше ХП. Карнавал. Подойдя к сонному городку Далвич, вы обнаруживаете, что его жители что-то празднуют. Больше всего суматохи вокруг большой фигуры, изображающей грозного воина, победоносно нависшего над чучелом поверженного ящера. Что тут происходит, надо спросить бы. Дружелюбный конюх поясняет. В давние времена наш город страдал от нападений полуящеров, полулюдей. У нас не было еды, они нам отдышаться не давали, и надежды у нас было мало. Спасение пришло в виде безымянного воина, который охотился на чудовище всего за горстку монеты корку хлеба. Ведьмак ты ли это? Мы чтим его память так. Набиваем чучело едой и золотом, а затем по очереди бьем по нему дубиной. Если желаете, можете присоединиться. Вы можете оставить себе все, что выпадет из чучела, если будете проворнее остальных. Погнали за парадом, конечно же. Парад подходит к городской площади, а вы наблюдаете, как горожане по очереди лупят дубиной по чучелу и собирают выпавшие из него золото и еду. Ну, некая пиньята, я так понимаю. Один из местных замечает ваш интерес, предлагает вам тоже попробовать. Присоединиться. Так, успех, успех, большой успех. О, да, начинаем заниматься гаданием на картах. Успех, блин, большой успех был совсем близко. Дубина бьет по груди напичканного сладостями чудовища, выпадает немного золота. Вы осматриваете добычу и пытаетесь стрясти ее до того, как это сделает кто-то другой, сгрести. Так, два провала. О, мать вашу. А давай снова налево. Хоба! Золото 10, работает. Теперь бы найти, где потратить. Вы шарите у людей под ногами, пытаясь собрать свою добычу. Хотите попробовать еще? Да? Вы осматриваете добычу, пытаетесь так сгрести. Блин, тут куча провалов и... Давай сюда. Пу, изи! Плюс 15. Вы покидаете празднование с тем, что вам удалось собрать. Нифига, вот так удалось собрать. Держу в курсе. Ладно, пойдем сюда. Захилились. Тайная встреча. Когда добираетесь до трясинного моста, солнце уже садилось. Вы находите Малаклипса за изучением представленного на рынке ассортимента сыров. Ну, это тот наш, типа, компаньон, в кавычках. А, это ты, дружащее сокровище моего сердца, дрожащее. Малаклипс замолкает на секунду. Гроза воров, золото при тебе? Вигнус хочет встретиться на кладбище. Отправляемся. Вы пытаетесь понять, почему было выбрано это место. Из-за того, что оно укромное, или потому, что здесь легко избавиться от трупа? Вигнус ухмылкой приветствует Малаклипса. Ты все-таки пришел, да еще с какой-то шестеркой. Мы в тебе сомневались, знаешь ли. Алчность. Вигнус разминает костяшки рук и смеется. Ну же, Малаклипс, убеди меня, почему я не должен просто отрубить тебе голову сегодня? Вы достаете золото, пока Малаклипс роется по карманам в поисках хотя бы нескольких монет. 40 золота! Как пришибить этого? Я сам его сейчас убью нафиг. Тяжелый мешок, набитый монетами, падает к ногам Вигнуса с громким звоном, который эхом отзывается в тишине кладбища. «Наша сделка закончена», — произносит Малаклипс с тревогой в голосе. «Мне больше не нужны проблемы». «Прости, Мал», — ухмыляется Вигнус. «Но тебе следовало знать, что гильдия никогда не позволит тебе расплатиться деньгами, украденными у ее же членов». Но почему-то я не очень-то сомневался в том, что будет битва. Погнали.
такая загрузка, как будто это надо в VR смотреть, там, в IMAX, я не знаю, в 3D-очках. Вигнус безумный. Жадные, вероломные, опасное сочетание. Анархисты кидают пылающие бомбы, наносящие огненный урон. Доспехи тут бесполезны. Надо манси, да? А на тебя-то что не работает? Ау. Не успел. Ау. Дабл не успел. А, он сразу бьет второй раз. Это дичь. Ау, я ж блокал. Недостаточно быстро. Да блин, сколько блоков-то подряд надо ставить, придурок. Да, тут уклониться надо было. Да опять же писали про уклонение. Что дурак. Ему подходишь, он начинает пыхать. Так, мансим. Фаталити! What the fuck? Ну, почти фаталити. Добить, добить, добить. Блин, ну я хп, конечно, много потерял. Ну, некоторые говдари просто пытаешься отбить, и там надо сразу еще смотреть, отбивать или не отбивать. Непривычно. Мал, короче, задумчиво чешет подбородок. Похоже, тебе может пригодиться кто-то, кто тебе поможет по дипломатической части. Обсудим наше партнерство за кружечкой Эля. Пока ты максимально бесполезен так-то. Ваши протесты остаются без внимания, и вы покидаете кладбище вдвоем. Шут. Well done. Отлично, вы справились с первым испытанием. Теперь мы можем продолжить. Бастион очищения. Кардинальский клинок. Окей, допустим. За завершение испытания шут. Распутье. Пирожки, кулебяки и диковинные враки. Борьба на руках. Базарный воришка. Что это? Для чего это? За дружбу. Проблема. И ловкач, да? То есть мы всякого разного получаем. А что нам это дает по итогу, пока непонятно. Ну, допустим. Порождение теней вошли в мир. Так, крестьянский сын некий. Друзья познаются в беде. Или нам показывают то, что ждет нас дальше. За то, что нашли лесной народ. Пожилая дева. Что за милфу нам подставить, подкинули? Добро пожаловать в мир моих испытаний. Вместе мы пройдем по 22 тропинкам мудрости, отчаяния в надежде на осознание. Ага. Звучит-то не очень вдохновляюще, я тебе должен сказать. Шут, теперь маг. Спасить пропавших имперских солдат из города, охваченного скверной, маг. Наступающее бедствие. Приготовь сражаться со скверненными. Избегайте империи. Вы теряете золото за каждого убитого имперца. Так, начать, да? Спутник, встречи, снаряжение. А, колод. А, сюда надо набрать. Вон оно что, Михалыч. Милфу берем. Не, ну стопудово милфу. Что ты даешь? За встречу, да? Давай тебя. Тут хз, что это даст. Даму в беде.
Причем у меня женский персонаж, тут можно мужского либо женского выбрать. Я подумал, что женский персонаж будет как-то миловиднее, но она какая-то максимально угловато-грубая. Что-то пошло не по плану. Друзья познаются в беде, давай. Борьба на руках явно не мое. Крестьянский сын пусть. Кулебяка всякая. 5 из 5, окей. Продолжить. Это добавить. И щит получше. Бастион очищения. Добавить. А тут 5 надо. Окей, продолжить. То есть укомплектовали. Вот теперь начать. A casual call to heroism. How many adventures start thus? Обычный призыв к героизму, сколько типа искателей с этого стартовало вообще в целом. И у нас раскладочка пошла, или слухи с запада. Ваш разговор с торговцем мехами был прерван прибытием Мала. Он выглядит взбудораженным. Тут этот все об игре разоряется. Так, я понял, что ты создал игру заново. Спасибо, чувак. А, у меня фул хп на данный момент. Говорят, будто на окраинах империи неладно. Город Вествент страдает от увядания. Отправимся. Вы возвращаетесь на рынок и спрашиваете торговцев, не нужно ли кому-то из них сопровождение в Вествент. Есть три варианта. Каменщик, еда, оружейник. Гооружейник. Вы отправляетесь в путь в тесной, набитой инструментами повозки оружейника, держащего путь на запад. Like a compass, it indicates the truth of all directions. Кардинальский клинок нам подкидывают. А на данный момент топор крестьянина экипирован. Так, ржавый. При задействовании выполняется сильный удар, наносящий 175 урона одиночной цели. Тяжелая. А это 8 клинков. При задействовании выпускает магический клинок в 8 направлениях. Урон от клинков 20 для всех и 40 для оскверненных. Пробивание доспехов есть одноручное. Но мы, наверное, это возьмем. Кардинальский клинок звучит как минимум круче. Вы прибываете в город Вествент. Чтобы защитить город, вам нужно найти как можно больше имперских солдат, прежде чем его охватит увядание. Так, солдат завербовано по нулям. Поехали. Обычная лавка. Купить снаряжение. Пищу. Купить. А, у меня монеты нет особо-то. Вот щит нужен был бы, да? Ладно. Продать. Кардинальский клинок. Не вариант. Ну тогда уйти. Так себе поторговали, получается. То есть у нас одеяние искателя приключений, и по-прежнему теперь опять деревянный щит. Но зато нормальный плюс-минус кардинальский меч. Потопали дальше. А вот крестьянский сын, то, что я закладывал. Безумные слухи о вампирах и оборотнях приводят вас к брошенной ферме глубоко в низине. При вашем приближении худой фермер, возделывающий каменистую почву, обращает к вам взгляд полной отчаянной надежды. Умоляю, нашего маленького Тимаса забрало чудище с кровавыми когтями и пылающими глазами. И я нечаянно дропнул текст. Само собой, разумеется, что вы находите мальчика в глубине зловещей пещеры. Когда вы приближаетесь, из тени возникают массивные фигуры в плащах и окружают вас. Геройское создание, шипит одно из существ. Мы знали, что ты проглотишь эту простую наживку. А теперь пора тебе расстаться с силой. Угу. Так, тени могут контратаковать. Рекомендуется легкое оружие. Допустим. Короче, это была явная замануха, на которую мы успешно и попались. Такс. Хобана. Малаклис.
Маг, шутник и бродяга. При задействовании малоклипс накладывает на вас защитное заклинание, способное заблокировать один удар. А, он даже не бесполезный совсем-то уж. Р-спутник, окей. Чаще блокать надо. Полети! Добить, 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 добить! Так, от этого надо просто мансить. Фу, тут уже более напряжные ребята были. Ну ничего, справились вроде бы. Так, Тианин в слезах падает на колени, чтобы обнять сына. Слава богам! Тимас, слава богам. Маленькое семейство собирает, что может, в пыльный сверток, чтобы отблагодарить вас. Снаряжение прибыло какое-то, щит. На 10 защиты. Некий жетон. А, чтобы открыть эту награду, защитить 60 атак, 30 врагов из фракции враги. Враги из фракции враги. Отличные враги. Хотим экипировать, конечно, что делать. Будем от вражеских врагов защищаться. Благо, мне не сильно прям пробили-то уж. Но это было все равно неприятно. Захваченные солдаты. Вы видите имперских солдат, которых северяне подвесили за руки на деревьях. Ага. Ну, сразиться, конечно. Надо их освободить. Плюс у нас там спутник в какой-то веке что-то делает. Поэтому пусть делает. Блин. Где мои 3D-очки с игрой, чтобы я балдел от этих спецэффектов? Так, налетчики. Они приходят из ледяной тьмы Дальнего Севера. Северяне могут совершать комбинированные атаки, используя парирование одноручным оружием, чтобы нанести дополнительный урон сразу же после защиты. Спасибо. Давай сразу меня бафни. О, заблокал. Ой-ой-ой. А красная не очень-то блокается. Да я понял, надо мансить. О, он там чем-то мудошит. Тихо! А это блокалось. Ля, меня аж втаптывает. Тихо-тихо-тихо. До свидания. Плохо, что камера не крутится, и в какой-то момент ты не понимаешь, с какой стороны там враг бывает. Но, правда, аренки небольшие, поэтому не так уж критично. Мне кажется, бастион еще больше защиты. Против оскверненных защита наносит атакующим 30% урона. Да, берем. И да, задействовать. Да, это чуть не самый простой. Пища там, деньги подъехали. Два рекрута нашли. Сойдет. Го дальше. Дама в беде. Впереди вы увидите опрокинутую повозку и женщину, зовущую на помощь. Помогите, кричит она. Меня ограбили разбойники. Пожалуйста, помогите. Так, ну помочь. Ну, женщина, сорян, 14, чтобы я выбросил, я хз, что должно произойти. Шансов на то, что ты сейчас у нас тут как бы спасешься. Как эти кубики? Давай по-славянски, как там, старославянски перекрестимся. Или тут еще язычество. Или это вообще не те времена. Неважно. Что-то надо делать. 10 4 4. 2 перебросить. 8. Это что, 6 надо выкинуть? Не, это что-то. Что-то подвох какой-то. Надо все перебросить. Ну, это Габелла. 6-12, да, не судьба. Прости, женщина, я пытался как мог. Вот, спасибо, а теперь не будет ли так любезно отдать мне все золото, говорит женщина, вытаскивая из корсета пару потайных кинжалов. Ребята, вылезай! Че у тебя там за корсет, блин? Не успеваете вы ответить, как из засады выскакивает шайка разбойников. Давай, мой компедро,
Го на помощь. Женщина в беде, это, конечно, типичная замануха. Опа, это что такое за спецэффекты? Кардинальский клинок. Несмотря на богослужебные нотки, этот меч зачарован на то, чтобы указывать, а не рукополагать. Или наказывать. Так. Так, проблокал. До свидания. И сразу. Воу! Это что еще за спецэффекты? Вы чё, сударь? Прифигели! Он просто вертушку сделал какую-то, сальто-мортале, там, с тройным переворотом, двойным тулупом. Там просто из-за леса такие там 55-57 должны были выдавать. Перебив разбойников, вы обыскиваете трупы. Блин! Игра! Ты понимаешь, что я в удачу не очень могу? Даже 9 выбросить, это уже проблема. 8, мать вашу. Попытка number 2. Фух. Аллилуйя, хотя бы где-то. Победа, вы учитесь, а еще бы. Среди прочих пожитков вы находите немного еды. Ну, это так-то много еды. Хорошо. Так, последняя карта тут. Вественская чума. Звон с колокольной Вественда слышен по всей округе. Городской глашатай кричит: «Оскверненные уже в городе! Они прошли сквозь канализацию и вшивый переулок! Наши отважные солдаты отправились туда, чтобы разобраться с ними». По прибытии вы видите кучу оставшихся солдат, сгрудившихся у входа в самый бедный район Вественда, вшивый переулок. Мы не можем позволить скверне распространиться. Ради безопасности города нам нужно избавиться от всех, кто хоть немного был ею затронут. На следующий уровень перейти, да? Присоединяемся. Погнали, подеремся со скверненными. Так, картишки полетели. Ля щит тоже со спецэффектами. Бастион очищения. Ниал был невероятно изобретательным мастером, а также совершенно сумасшедшим. Так, оскверненные, здорово. Так, можно меня забафать сходу просто? Давай этого от того загнобим. Отлично. Хоба, сходу тут. Устраиваем веселье. Добить пацана. О, красиво. Но это было несложно. Тем более, что там была помощь из рекрутов, которых я собрал. Угрозы или просто были левые чуваки, а рекруты авто 2, там было трое, да. А вот еще 3 рекрута. А это вот эти вот выжили и пришли, да. Угроза в виде оскверненных устранена. Тем самым вы позаботились о том, чтобы эти солдаты выжили и смогли помочь защите города. Отлично. Солдаты помогают вам обыскивать трупы нечестивых жертв скверны, забрать все, что может пригодиться. Так, снаряжение подвозят. Меч солдата. Не хотим экипировать, он не столь интересен нам. Золото 25, это интересно всегда примерно. Ну и у нас продолжается дальше путь. Но я думаю, мы на этом на сегодня и закончим. В общем-то, я думаю, понятно, что игра из себя представляет, а представляет довольно увлекательную на самом деле историю, в которой наши выборы влияют на то, что, в общем-то, будет в дальнейшем происходить. И геймплей все достаточно недурственно играется и выглядит. И удивительно, каким образом эта игра, конечно, мимо меня прошла, потому что она действительно прикольная. В общем, пишите, что вы думаете по поводу данной игры в комментариях. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.